Едет в автобусе очень пьяный мужик. Развязался у него язык. Впереди дуры, сзади бляди. Автобус игнорирует. Впереди дуры, сзади бляди. Сзади окликает пьяного голос пожилой леди. Послушайте, молодой человек, я уже 40 лет живу с мужем и ни разу ему не изменила. Да? Так проходи вперед. Милый, ты даже не представляешь, как это приятно лежать на волосатой груди любимого мужчины. Очень надеюсь, что это никогда мне не придется ощутить. Мужик в командировке селится в гостиницу. Ему говорят, мест нет. Ну поселите куда-нибудь. Мест нет. Что мне делать, на улице ночевать? Ну хоть кому-нибудь. Над мужиком жалились и подселили к женщине. Через энное количество времени женщина в ярости прибегает на ресепшн. Когда вы подселили ко мне мужчину, я молчала. Когда он достал бутылку водки и выпил ее, я молчала. Когда он разделся, я тоже ничего не говорила. Когда он раздел меня, я тоже молчала. Но когда он снял с меня очки, нацепил себе их на член и сказал: «Геннадий, посмотри, какого крокодила мы сейчас трахать будем. Я больше молчать не буду». Возвращается бандеровский патриот из Москвы и докладывает: «А я на Красной площади нагадил». «Да? И что москали тебе сделали?» «А я тихо, в штаны». Троллейбус. Стоят все прижатые друг к другу. Настолько плотно, что аж интимно. Стоит высокий парень. К нему частично прижата девушка лет 20. И бабка лет 80. Парень все время подмигивает девушке и старается все ближе к ней прижаться. После чего девушка воскликнула неожиданно: «Извращенец!» Автобус весь посмотрел в сторону Троицы. И в нем воцарилась гробовая тишина. «Парень, ты че орешь? Сама же 5 минут мне яйца гладит, еще орет». Девушка: «Я даже не касалась твоих яиц». Бабка: «Че это вы на меня так уставились? Я просто хотела, чтобы вы подружились». Жена приходит домой в новых туфлях и говорит мужу: «Ой, мне сегодня так повезло. Иду по лестнице, а на батарее туфли стоят. Такие красивые, совсем новые и как раз мой размер». На следующий день приходит в новой шубе. «Ой, так повезло, иду по лестнице, а там кто-то шубу оставил, такая красивая и как раз на меня». Муж в ответ: «Тебе везет, а я только трусы нашел мужские под кроватью, да и то мне не повезло, не мой размер».